Итак, всем привет, с вами Довгай, мы продолжаем играть за французскую, теперь уже империю под Наполеоном в Кайзершизе. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же продолжаем формировать армию. Франция будет возвращена вовремя, поехали. И мы, кстати говоря, также возобновляем репрессию. У нас должен был на нацдух легкая колониальная служба, плюс 15, о, 14% ненациональной провинции, скорость роста сопротивления и подчинения бафнуты. Прекрасно, да, это будет очень кстати. Молит тут только что-то цель сопротивления большую имеет. Какие-то местные бафы, дебафы, я не знаю. Но вроде как окей. Итак, эти фокусы готовы. Дальше мы сможем только, когда Иль де Франс появится у нас. То есть, когда мы вернем Францию, что-то делать. Что ж, продолжаем, наверное, идти вот сюда. Потому что тут бафы чуть попозже нам нужны будут. Давайте заберем всю эту стабильность, какая тут есть. И в идеале бы нажимать кнопочки на стабильность. У нас есть на это возможность. Давайте, наверное, так и сделаем, как появится у нас политка на это. И рыцари монахи Сент-Круа. Стабильность, либо политка и... давайте просто стабильность возьмем. Я нажал это решение, у меня сразу оно пропало, так что это минус 100 политки. Я ее, конечно же, себе вернул. Решения здесь эти, к сожалению, не работают абсолютно. Алжирские скауты мусульмане. Угу. Ну, наверное, окей. Если, кстати говоря, появится рост эффективности и прирост населения. Так что manpower у нас будет потихоньку добавляться побыстрее. И производство побыстрее нараститься. Хотя здесь, конечно, военноводов супер мало, так что это точно уж очень посредственно. Тут, кстати говоря, наша армия таких неплохих успехов добилась. Это, конечно, приятно наблюдать. А еще я подумал, давайте попробуем сделать вот такие вот плотненькие дивизии. 42 ширины фронта, обычно 21 делаем, здесь делаем 42. Потому что, во-первых, это нам сейчас очень сильно поможет в всяких наших добровольцах. Очень сильно поможет. Добровольцы станут супер сильнее. Как бы, как будто не 4 дивизии старые, то есть типа старых 8 дивизий, да, условно у нас там будет везде. А еще мы, скорее всего, сможем этими дивизиями критовать по вражеской защите. Ну, посмотрим по этому поводу, потестим. Против вишек, я думаю, все равно будет работать все. Так что, почему бы не попробовать. И вот ячейки, как я и говорил, начинают потихоньку заканчиваться. Впрочем, мы все еще можем начинать строить радары, когда у нас все закончится. И авиабаза вот здесь вот. Нам здесь очень понадобится этот опорный пункт. Итак, почти закончили здесь все фокусы. Император народа теперь делается. Конечно, нашего императора любит вся Франция. Даже вот эта вот Франция, которая еще не знает этого. Берегу в Средиземном море — это людские ресурсы. Окей, приятно. Ой, в этот раз мы можем инвестировать соточку предки. Прекрасно. Итак, император народа. Маленький император не такой уж и маленький. Его все считали лишь марионеткой, но нет, смотрите-ка. Становится все лучше и лучше. Прекрасно. Теперь он угрозой для правительства. Его правительство. Прекрасно, прекрасно. Он захватывает власть. Для нас это более чем подходит. И, знаете, погровую заразу. После чего мы уже сможем получить финальный наш прекраснейший баф. И вот они, советники, 15 объема и 5 ТНП. Прелесть. И наконец-таки низкая поддержка будет заменена. Империя наносит ответный удар. Прекрасно, вроде дебафов у нас вообще этого не останется. Да, так и есть. Потому что кодекс в коренных народах там, конечно, есть некоторые дебафы, но в целом это все-таки баф для нас. Прекрасно. Модель авиации, у нас нету самолетов. Это правда. Забавный факт, мы вроде их атакуем, но они имеют форсирование реки. Из-за того, что они вот сюда атаковали, видимо. Забавный факт, но мы их пробиваем. И наши фокусы успешно завершены. У нас отличная стабильность, ТНП. Единственные слоты закончились. Но я сейчас исследую, тут вот теху появится еще немножко. Пока что я инфраструктуру строю на ресурсах, особенно на нефти. В общем, потихоньку идем к успеху. И, наверное, стоит немножко, может быть, авиации поделать. У нас есть очень жесткие скидки, 10% на всю авиацию, насколько я помню. Флот, наверное, пока плевать. Давайте все-таки доделаем вот эти бафы на опыт и, в принципе, все, в общем-то, вообще бафы на армию. Только перед этим давайте возьмем все-таки ячейку исследований, потому что чем раньше мы возьмем, тем больше мы успеем наисследовать этой ячейки. И потихоньку здесь начинаем пушить. До этого момента у нас здесь было так не спеша, просто стояли в основном. А теперь пуш в самом разгаре. Но если вот я хотел споймать французский танк, не получилось. Но мы не теряем наших попыток. Мы все еще можем туда успеть, я думаю. Да, отлично. Французский танк, неправильный французский танк, если быть точным, ликвидирован. Будет вот-вот.
Если быть точным, вот он уже добит. И остаются лишь здесь дивизии еще Британии и обычной Испании неправильной. И вот эти ребята пошли на запад. Здесь социал-демократы. Ну что ж, пускай. Правда, они имеют дебаф, верно? Сибирская армия где тут у нас? Где у нас Северная война или как там Сибирская? Блин, здесь национальная революция. Мне кажется, этот Россия в один момент проиграет. С другой стороны, скорее всего, это будет просто очень долго идти без... без финального победителя, наверное. Я сейчас типа сказал на английском. Партии ВМП с буржуями сказываются. Слушайте, федералы кое-как держатся. Ну, в основном за счет того, что мы сейчас на юг, видите, пропушили очень много территорий. Это может как и на плюс сыграть, того, что они какую-то промышленность получили, так и в минус, из-за того, что у них фронт стал больше. Ну, скоро узнаем. А мы качаем наши военные фокусы. Они очень сильны. Скоро получим тут вот атаку защиту дивизии, прорыв. Это будет прям супер круто. И смотрите, как мы можем получить себе доп. Разведданные. Армейские, либо армейские и... Смотрите. И о Германии. Не, о Германии тоже будет полезно, на самом деле. Но... Все, думаю, у нас будет очень и так хорошая сеть. Мы взломали. Будет у нас еще битвы туда-сюда. Радар сейчас начинает потихоньку работать. В общем-то, вроде как неплохо. А еще мы вот здесь вот обрезали этих вот левочков Испании от снабжения. Я думаю, должно пройти неплохо все. Хотя мы, конечно, рискуем. И вот, говоря, плюс тех, дает нам военные заводики. И смотрите, ребята вот эти вот стали нашей марионеткой. Идем по фокусам сюда дошли как-то или что? Да, первенство Франции. Как-то в итоге они дошли до того, что они станут нашим этим, нашим вассалом. Окей. Я типа не против. Они, наверное, что-то дают, нет? Почти ничего не дают, какие-то ресурсы мы только из них можем брать подешевле. Это пойдет. Хотя я бы, наверное, предпочел их аннексировать, конечно. Вот у нас не получилось там на юге, я в итоге оттуда вышел, но вот здесь вот нам вполне себе получилось обрезать их и... Социалистическая республика Либерия. Не жилось тут вам спокойно, да? Ну, что поделать, ладно. Не жилось спокойно, мы заставим жить спокойно. Благо, мы построили ЖД и войска путешествуют достаточно быстро, прекрасно. Ну и наши войска, конечно же, без особых проблем пробиваются здесь. Хотя забавно, что против нас вообще здесь решили идти. И да, наши дивизии, по-моему, давайте посмотрим. Так, это ночь. Днем почти критуют. Почти критуют, дойдет у нас пехотка вторая, арта вторая до всех дивизий. Как бы грейды еще чуть-чуть не доделал у нас, вот эта атака еще не взята. И я думаю, будем 100% критовать примерно по всем. Плюс еще, конечно, доктрину дособирать. И вот кап. Дает нам немножко снаряжения, а самое главное, мы здесь, скорее всего, получим сейчас, да, ресурс. Ой-ой-ой, смотрите, сколько здесь резины, это приятно. И какие-то микрозаводы, ну, чуть-чуть есть, тоже достаточно приятно. Армия может возвращаться домой, хотя мы уже, наверное, не будем отправлять их на помощь в гражданских войнах, потому что мы должны готовить вторжение, уже скоро будем. А еще наш флот за тренировки немножко пострадал, надо восстановить... Весь этот урон, починить их всех корабли. А еще наших опытных ветеранов переделываем в танки. Я вижу, что у нас хватает на это танков. Да, достаточно. Можем даже еще одну дивизию какую-нибудь попробовать переделать. И, наверное, да, опыт сохранится. Прекрасно. Эти ребята будут у нас в наступлении. Хотя, конечно, дивизия еще не закончена, потому что опыт у нас ограничен. Блин, Британия реально призывает меня в какое-то говно каждый раз. То Афганистан, то тут у нас Коста-Рикильский воевала. Сейчас с Непалом. Вот честно, она какую-то хуйню батит всю игру. Ей-богу. Это тот самый чел, который только делает, что ищет какие-то, знаете, конфликты. Ну что, ребят, мы просто ждем, пока нас, наверное, Британия позовет. Нормальная Британия в войну. Либо Франция нападет на Германию, Германия позовет нас на помощь. Так, два варианта есть. Итак, все бафы, что нам можно было взять, мы взяли. Можно взять еще военный завод там, либо пойти в 10% скидку на авиацию. Я бы ее хотел взять, на самом деле, плюс подформить еще опыта, сколько успею. Потому что я собираюсь сейчас доисследовать последние хорошие техи, необходимые для хороших самолетов, и пойти в эти самые хорошие самолеты. И вот он, требователь даст лотерингию. Вещи начинают накаляться. И нам нужно готовить какие-то вторжения. Но я бы еще не спешил, я хочу еще доделать
свои танки. У меня танковые дивизии не идеальны. Хотя, наверное, вот этого парня мы назначим на танки, и именно он у нас будет готовить вторжение внезапно, наверное, танками, скорее всего. Отдвигающаяся война, да. Оно, ребята, подходит. И я бы давайте-ка сделал внедрение в армию еще, если успею. Если не успею, то ладно, но, по крайней мере, попытаюсь. И оставлю сетку, чтобы она у меня всегда была. Достаточно много разведданных. Я думаю, во время битвы и при взломе будет как раз более чем достаточно, чтобы получить баф. Ледовский ультиматум. Видимо, началось. Да. Правда, началось, мы уже можем... Да, получить цель аннексии. Давайте это и сделаем. Но нападать сразу не хочу. Я хочу потихоньку-потихоньку двигаться. Как-то вот так мы расставим наш флот, пожалуй. У нас более чем достаточно топлива, чтобы уже его выставлять. Не стесняться. Потом у нас, конечно, будут некоторые проблемы, но умеренные. Я думаю, мы с этим справимся. Ну и готовим наши планы выставки уже. Минимум инопланировать уже точно стоит начинать. И Россия начала марш на запад точно так же. В общем-то, пора и нам тоже вмешиваться. Россия, кстати говоря, да, не закончила войну на Дальнем Востоке. И, как я и говорил, началось говно. Так называемая национальная революция не прошла. Все еще Россия не может ничего делать с армией. И это отвратительно, потому что, ну, я так понимаю, у нее какие-то фокусы сломались. Скорее всего, хотя как будто не должны были. Но что-то где-то не отменилось, как-то что-то перескочило не туда. И она не может делать дивизии новые, и не может... То есть, ну, она залочена на то количество дивизий, которые у нее есть на всю игру. Это отвратительно, я не думаю, что Россия сможет хоть как-то там развиваться. Так, у нас есть КБ. Я думаю, что медлить, у нас все готово. Можно еще медаль выдать, кстати говоря. У нас какие медали? Арга есть, и есть... давайте организацию дадим. Эти ребята, да, эти ребята у нас резервы, можно... Прекратить их в тренировке на всякий случай. И что, товарищи? Объявляем? Я решил, на самом деле, пересмотреть, как мы будем высаживаться. Я отменил высадку и переделал новые приказы, потому что... мои танки не того шаблона. Я такой, хотел посмотреть, какие у нас статы. А тут вот такие статы. Да, нас обманули на танке. Понимаю, у нас... Вот этот шаблон затесался вот здесь вот. И моих танков на самом деле должно быть... Да, намного меньше. Теперь все должно стать получше, но у нас внезапно, конечно же, не хватает танков теперь. И... Да и моторок, я думаю, тоже должно не хватать. И у нас наши машинки... Нет, ладно, машин, кстати говоря, хватает. Ну да, танков намного меньше у нас. Давайте, наверное, распустим просто часть из них. Часть из них можно сделать пехоты обратно. Так что мы еще чуть-чуть подождем, пока у нас доделываются все танки. И, наверное, авиацию бы дотренить, так что давайте-ка потреним. А вот и Канада тоже решила зайти в войну, наконец-таки. Блин, пора. И наш флот я весь в Средиземное море перебрасываю, потому что здесь же еще Италия есть, надо не забывать о ней. Стоило бы, наверное, ее первее атаковать, но ладно, и так пойдет. Речь, кстати говоря, с британским флотом, судя по всему, которого мы выиграли, но я не успел заметить. Наверное, да, мы нанесли урон ему в флоту Британии. Мы теперь отходим на ремонт. Ну, я думаю, теперь мы вроде как все-таки готовы. Авиация у нас чуть-чуть увеличилась по размерам. У нас истребители все-таки строятся потихоньку. Сейчас еще и новые будем заказывать. И у нас танки для нас доехали. Теперь можем мы что сделать? Поставить здесь поддержку вторжения. Пускай пока что все еще чинится, кстати говоря. Надо бы... Вот, честно говоря, починить было бы очень кстати. Надо поставить здесь, я думаю, военные верфи. Кстати, там ребята пытаются высадиться, но не сильно успешно. Ну вот наша высадка должна быть очень успешной. Я только хочу дождаться, пока у меня флот немножко восстановится побольше. Смотрите, они еще тоже пытаются высадиться, но это они хорошо придумали, жаль только, что у них вряд ли получится. Ого, что это такое, подождите-ка. Франсуанри Прометей, собрание. А, да здравствуй, мастер, Франция будет вечно... Все немножко... Да, больница... Нет, больницу мы не одобряем. Ну так, наше ожидание реально неплохо так затянулось, я вам скажу. Из-за того, что нам флот надо дочинить, из-за того, что у нас танки были не те. Но как есть. Нам... Это чтобы мы помогли Теке какому-то, я согласен. Не знаю, кто это, но согласен. И почти дочинился наш флот. Предатель звучит грустно. Мы Нам осталось починить эсминцы и вот эти два корабля... И мы будем полностью готовы. Как раз мы доделаем скорость высадки к этому моменту.
И будем супер готовы, я думаю. Более того, периодически к нам пытаются высадиться, но не прямо к нам, а вот сюда. Нашего союзника. Здесь реально не малый флот. Почему-то флоты наших союзников вообще непонятно где. Где британский флот, канадский в плане? Хороший, блин, вопрос. Но наш флот дочинился, и мы сейчас можем попробовать повоевать. Единственное, я не докачал бы вот эти тихие. Я сейчас понимаю, что на самом деле мне бы они пригодились. Ничего, сейчас начнем. Так, первый бой с... Что это? У нас итальянцы. Итальянский флот будет тренировочными мишенями для нашего флота. Итальянского флота больше нету. Прекрасно. Отправляемся обратно починиться. Потому что, опять-таки, мы получаем урон, надо чиниться. Я взял в этот раз бафчик себе на флот от ИСР. Я думаю, будет полезен. Давайте попробуем патрулировать. У нас здесь радар и авиация. И мы прекрасно находим британский флот. И наносим ему, по-моему, хороший урон. Да, прекрасно. Это будет первая часть. Там еще где-то есть флот с авианосцами. Я думаю, мы можем их, да, понаходить. Падение Москвы тем временем. Господи, там все очень плохо. Надо ускоряться нам. Мы, по крайней мере, сейчас очень жестко ускорились по флоту. И надо бы отправить вот эти корабли на починку. Взяли вообще все бы на починку. Но пока что получается. Вроде как здесь все. Давайте починимся, как сможем. И будем высаживаться. Ой, Канада высадилась на севере Британии. Прекрасно. Теперь флот точно там занят. Мы можем поставить здесь... Помощь высадки. Здесь все, что у нас не дочинилось, отправить чиниться. Оно потихоньку дочинится, вернется в этот флот. И это, я думаю, точно момент, когда мы начинаем высаживаться. Так что на этом я закончу. Вот она, финальная высадка. Теперь уж должна пройти точно без остановок. Дивизии вроде теперь уж те, да. Статы у них прекрасные. У них тут огнеметные танки, у них все. Все еще в море, наверное, будут некоторые проблемы, потому что это танки. Но я танки высаживаю, видите, вот сюда, чтобы обойти вот здесь и атаковать Марсель. Посмотрим, как получится. Ну, с вами был DubGay. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, Twitch, Discord, будет все в описании. До скорых встреч. Всем пока.